Всем привет! Как вы поняли по названию этого видео, мне пришли результаты моего экзамена по немецкому на сертификат B2. Напомню, что я писала экзамен 24 октября еще. Нам обещали, что будет через месяц результаты. Потом кто-то из наших одногруппников сказал, что у него информация, что будет от 4 до 6 недель. Мы будем ждать результаты экзаменов. И в итоге, вчера буквально я в группе увидела, что кто-то написал, что я не сдал. Думаю, откуда у него результаты. Зашла в нашу группу посмотреть, в группе в WhatsApp. И действительно, там один из наших, он написал, что он уже имеет результаты экзамена, и он не сдал. И я была в шоке, как это так. Почему кому-то пришли результаты, кому-то нет, и вообще как они придут. Дело в том, что у нас буквально недавно ввели практически полный локдаун. Для того, чтобы выйти из дома, нужна веская причина. Либо пойти за продуктами, либо на работу. Кто-то, конечно, может пойти и в школу, у кого еще школу не закрыли, но уже большинство школ закрыто. А такая причина, как пойти за своим результатом экзамена, такой причины нету нигде, и непонятно было, можно ходить, нет, и как вообще кто-то мог получить результаты. И мне пришло в голову, что, скорее всего, придут по почте наши результаты, поэтому я спокойно ждала. Но после вчерашнего сообщения в нашей группе в WhatsApp я решила все-таки позвонить в школу и поинтересоваться. Позвонила я в школу и спросила, есть ли результаты, назвала свое имя, фамилию. Она посмотрела и сказала, что есть. Я говорю, ну скажите, сдала, не сдала. Она говорит, ну мы не можем выдавать такую информацию, поэтому приходите, забирайте. Приехала я в школу для того, чтобы не ездить на общественном транспорте, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, чтобы никто не спросил, куда же я все-таки иду. Саша меня привез прямо к школе, прямо к дверям. Я побежала в школу, и там обычно просто нажимаешь на кнопочку, и дверь сама открывается. В этот раз нет, в этот раз пришлось позвонить в звонок и подождать, пока мне откроют дверь. Я зашла, школа абсолютно пустая, только есть девушка на ресепшене, и я слышала еще кого-то в кабинете. Все, никаких учеников, ничего, все перешли на онлайн обучение. И я передала ей свой паспорт, она посмотрела и выдает мне бумагу. И сейчас мы с вами узнаем результаты моего экзамена. Я сдала! Ура! Я сдала экзамен! У меня есть сертификат B2. Вот он, вот он, вот он. Ю-ху-ху! Так что вот, в общей сложности от момента экзамена до момента получения сертификата прошло больше, чем 6 недель, практически 7 недель. Но оно того стоило, я так рада, я сдала. У меня здесь написано вот оценка good. Good – это практически zero good. Ну, в общем, тут есть расшифровка, есть 4 вида, то есть можно... Сейчас посмотрим, как он там. Можно просто сдать, можно сдать удовлетворительно. То есть вот это просто сдать, это тоже человек сдал экзамен. Это как бы удовлетворительно, это хорошо, это моя оценка. Это прям супер хорошо, yeah, good. Это прям самая классная оценка. Ну вот моя. Ну я была рада, я была готова практически на самую, ну... Получить хотя бы просто сертификат B2, не имеет значения с какой оценкой, с какими баллами, но я очень рада тому, что у меня получилось. Поэтому я решила сразу же с вами поделиться. Сертификат я получила буквально несколько часов назад. И вот решила записать это видео, и сейчас его смонтирую и выложу. Так что спасибо всем, кто за меня переживал. Спасибо всем, кто следит за нами, кто скучает по нам и кто в меня верил. У меня все получилось. И у вас все получится. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never lived.